ходе рейда возле школы на улице Каспийской сотрудниками полиции был выявлен магазин, где торговали табачной продукцией. А это нарушение федерального закона, согласно которому розничная продажа сигарет запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от границ территорий образовательных организаций. Всего в торговом павильоне обнаружено и изъято 31 пачка сигарет. Еще одно нарушение законодательства было выявлено на улице Чебрикова. Там в радиусе 25 метров от входа в детсад продавали спиртные напитки. В магазине было изъято более 10 литров пива. В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа и конфискации незаконного товара. Проводится административное расследование, по окончании которого материалы будут переданы в суд.